Ну что ж, всем привет. Мы продолжаем проходить NFS Rivals и выбрали уже спидлист. Будем выполнять по очереди на серию, скорее всего. Потому что минимум минут 10 на спидлист потратится полюбас. Блин, какая же графонистая игра все-таки. Итак. Ой, какой дрифт классный, но... Здесь не дрифт надо. Хотя дрифт тоже дает спидпоинтс, так что... Так, а если с ним состязание выбрать? Хотел до гонки доехать, но... Ай. О, начало. А удар сбоку я не выполнил. А, он едет на гонку, типа? Нет, подожди, это уже гонка. Нет, дрифт здесь классно работает, сестра права. Ой! Песок ничего не давай, азот. Слушай, он быстрый малый, надо уже стейдж 2 движок, хотя догоним. А, это уровень гонщика? Да, я тебе объяснил уже. Так у другого была погоня пятый. И? Это другое. Это одно и то же. Я тебе говорю, то, что у них тут наверху. Это их уровень. Ну ладно. Так, ладно, мне кажется, я его не догоню. Я отвлекся и врезался. Откуда? Что? Блин, здесь не как Most Wanted. Не как... Никакой из Most Wanted. Даже. А чё с этим? Конечно, чуть отстал. Вертолёт. Быстрее медведя. Ну да, он сказал, что я обгоню его легко. О! Ага, его... И меня тоже! Гоним, 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 гоним. Критический. Ой-ой-ой. Дай сюда. А хотя... Блин, давай сюда, я сказал. Ё-моё, я думал, тут стрелочка будет указана, будет что-то. А здесь надо смотреть на миникарту. На миникарту не посмотришь, все пропустишь, ё-моё. Это что? О, шипы. Вертолет пускает шипы. Ой. Так, у меня вообще-то критический урон, мне бы не биться. По машине не скажешь, что такое критический. Ничего не отваливается. Как я обычно привык это видеть. А спидпоинты заработаны уже. Да, блин, вибрация такая замечательная вещь здесь. Починка там. Ой, тихо. Так, где? Куда? Окей. Хорошо. Спасибо, штурман. Где? Хорошо, когда кто-то подсказывает. Ага. Обычно медведь на стриме подсказывает. Ой, нет, в тесте замечательно. Отлично, мы ушли от копов. Все, она сейчас... Вот. Да, да, я спасибо. Блин, хорошо, здесь не было NPC. Машину сломал. Так, чё? Бронза за гонку, которая еще не прошла. Погоня продолжается. Да ё! Тебе надо спрятаться. Ой, не, не сейчас. Я забыл, что тут на паузу не ставится. Как хит. В режиме онлайн, только здесь поставим онлайн. Эндбал тоже, в принципе. Так, следующая цель это дойти до пятого уровня гонщика, чтобы дали мне тот самый... чтобы можно было купить машину. Блин, вертолет сбрасывает шипы, первый раз вижу. Чтобы можно было взять машину из NFS, из фильма Need for Speed. Вот, Мастанг. Просто вот видишь, у меня сейчас четвертый... Шипы! Офигеть, спасибо. У меня сейчас четвертый уровень, но это не четвертый уровень умения, это четвертый уровень погони. Потерял его, я потерял его. Видишь, огонек там? Да, это погони, то, что у него первый уровень розыска. Это не уровень вождения. Сейчас у того, может, был и первый уровень. Нет, это уровень вождения. Да. Огонек — это уровень погони. Да. У нас такой тоже. О!
коварно. В смысле? Ладно, я по развилке. Он сам выбирает, да. Жестко. Починку, починку. Да не надо. Все наполовину. А, ну половину, в принципе. Второй. На сколько он гонит? На 400? Бляха, муха. Кажется, мы не доедем. А! Можно завершать. Ну, все, еще. По трубу можно попрыгать. Еще кое-что другое. А что это? Не знаю. Я туда. Не то, что на все. Тим! Вау! Боже мой! Я на мини-карту смотрел. Куда ты смотришь на мини-карту? Блин, второй, ну ладно, пофиг. Леша, починка. Он тоже развернулся. Починка... Копаем. Да, починка типа справа. Да. Блин. Ой, да, прям по этому. Ты лопнул. О, ну чё, мост лондонский коп? Ой, как хорошо. Может, сколько хочешь раз? Машина, а тут... О, сейчас выполним прыжок. Туда не въехать, а не въехать, что я говорю. Ух, это... А, типа мост на постройке, типа перекрыли. Ну да, да, да. Кому вы это рассказываете? Вот давай сейчас четко подпрыгнем здесь. О, рекорд медведя не побил, да, на чуть-чуть. На 4 метра, это, конечно, мало. Ё. Что? С такой есть? Хрена. Тогда какой-то гараж можно? Скрыться от уровня. Или по. Что это даст? Подожди. Да, давай проверим. Может, это сбросит уровень, даст денег, может, так лучше. Спидпоинтс-то все равно можно продолжать собирать. Подожди. Таймера у нас нет. 10 минут. Хм. Да, дольше, в общем. Но я буду обрезать чуть. Да, уровень гонщика 2. Пак. Чего так мало? Так. Какую гонку нужно? А, флажки вот. Тогда давай отсюда и доеду до гонки. Так, где гонка? Фига, тут кран работает. Отсюда, отсюда. Как не она. Да, я тебе говорю, отсюда. Нале... Вот так. Боже мой, я отсюда. Подожди, я хочу на храм посмотреть. Сюда не проехать. Вызов на состязание, подожди. Ты мне гонку так собьешь, не надо. Что? А, окей. Прикольно, дорога, которая на карте не показана. Просто куда-то уезжаешь. Постоянно бегается. Я не помню, кажется. Вот туда. А что? Что-то чуть не слышишь. Окно. С другой стороны. Знаю. Так, бронзы надо хотя бы нам. Ой, это другая ламба, что ли? Ой, да, я его собирался объехать еще. Предвиденные тут, ой, боже, обеды. О, какой дым! Сюда. Зачем ты тут, да? А это удлинялка? Да. А бля. А мох! О. Совершенно.
Чего они меня ждут, что ли? Что так медленно? Алло. Да. Если тут есть машины, до свидания. Слушай, мне кажется, это изи какой-то. Ну, блин, сложно. О, да, погонщика сбоку. Это он вообще-то меня. Ну ладно. Тогда он... Где небе? Ой-ой-ой, о боже, о боже. Не надо. Ох. О-о-о. Сейчас сможет. Идем. Да. Подозреваемый у нас заездил. Окей. Так, ладно, ничего не хочу менять. Никакие уровни сложности, если они здесь есть, нет. А, гонка легко, поэтому. Ладно, главное, что вот эти задания спид-листа сохраняются. Блин, тут чуть-чуть нажимаешь на этот, на триггер L2, я наверное, вообще очень много. Ё, что? Это было? Попадание ударной волны по кому гонщика, да? Я тоже хочу. Мне надо установить эту штуку срочно. С ними ударными волнами я тебя. Ух ты, ё. Ого. А можно и на квадрат, кстати, нажимать. Ну, чуть-чуть нажал, отпустил. Че, коп едет. До свидания, куда ты присоединишься? Так, 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 полкилометра быстрее. Слушай, изи, все, я угоняю, и твоя очередь. Yes, я угоню. Спидлист выполнил. Всем машинам, уход. Кто-нибудь его видит? Я его вот-вот потеряю. А, тут этот трамплин еще был. Типа. Погони 5. Еще, еще. Что? Как здесь нельзя? А, открыто чем-то. Скрылся. Вон там гараж, я вижу. GPS не требуется. GPC. Наверху что ли был? В дом. Блин, наверху было. А я. Как-нибудь потом бонусом я выполню, конечно. А, прям здесь. Так, какой уровень гонщика у нас? Рейтинг повышен. Доступна новая. Новая технология. Улучшение рейтинга. Новая машина. Эстон Мартин. Какой? И что-то там. Она тоже 9-й или 10-й. Битва за место в стае. И... Завершить список, чтобы разблокировать BMW M3 GTS. Прикольно. Здесь что будет? Лицом к лицу. А, везде GTS. Шаг за грань. Ну тогда ладно. Давай лицом к лицу я лицом выберу. К лицу. Бронзоход, парсьют. Выполнить сюда сбоку полиции 2. Успешная атака с технологией. Технологии надо будет устанавливать. Так. Угу. Да, это мы сделаем, но уже в следующей серии. А сейчас твоя очередь за полицейского. Блин, если бы я проходил один, конечно, все было бы по-другому. Я бы, наверное, сначала за гонщика проходил полностью, а потом за полицию. Но так как играем вместе, здесь-то весь и интерес. Ого. Окей, подожди. Теперь можешь. Эми можешь навести, их остановишь. Шипы. Так, что лучше? Так, шипы можно. Если один сам 10 стоит. Пока что давай шипы. Ты можешь две взять. Даже. Ну да. И второй ящик, что лучше? Эми. Наведение Эми. Угу. Давай.
Угу. Что там еще дальше, типа, можно? Я еще... Мы слабы. А это у нас сенсы, а все тачки? А, прям в наличии, ухуё. Прям даже платить ничего за них не надо, офигеть. Я хочу тачку сменить. Сил. GTR здесь есть. Ни хрена. R34. Что, посмотрим? Black Edition Ultimate. Nismo версия, нифига. Алена, помощь. Микла. Ух ты, ё. Jaguar. Естественно, Lambo. Или нет? Это прототип Jaguar пока что. Как много Jaguar-то? Феррари копы. А это Miura, которая была там. Сколько на трассе? Со спада. Гаярд супер. Спойлерком, но. Ну все, к сожалению, больше ты не можешь. Я не знаю. Я это выбрал. А, ты есть. О, это типа у тебя машина нормальная, не видно, что ты полицейский, да. Но ты полицейский, прикольно. Так, тогда посмотрим. Да, как. Это очень хороший. Ну, по этим. Угу. Как хочешь. Хороший управленец, сила новая, мощность. Ну, тут десятка, смотри. Вполне поменьше, но десятка. Но это типа не потом. Давай пока. Кружок. Да, я сам. Так, у меня это есть? А, тебе заново ставить. Пошли. Закрыто. Ага. А, окей. Новый просто. Что? А, ну ладно, тут есть теми. Шипы есть. Окей, мы это не снимем. Сограждение? Есть это есть шипы? А, есть. Окей, просто на другой уровне есть. Так, это ли шипы? Сограждение? Шипы. Так, заработать, ага. Удар спорта по гонщику. Окей, что у меня тут? О, жмайбом ход парсюд. Окей, ладно. Так. Что это за ламбу? Он ужасно выглядит сзади. Так, окей. О, боже мой. Ты, Фредди, вот такая классная. У нее что-то сверху выросло, не очень красивое. Что? Могу на это смотреть. Я не помню, как вперед. Алло. Еще можешь выбирать, с какой скоростью нажать. Так, Эми 3, шипы 2. Понятно, на какую кнопку их нажимать? Окей. Ты на что-то нажал? Да, я знаю. На что? На кружок. Окей, шипы кружок, Эми, наверное... А, не, квадрат, это дрифт. Эми на треугольник, наверное. Да. Искупались. Шипов у тебя нет. Я запутался, так? Очень красиво. У тебя все выполнено уже. Жесть.
Сколько прошло? Минута. Знаешь, сколько вот так надо делать вещи? По 5 секунд. Серия на 2 минуты. Ладно, выполню еще бонус. Я заеду в хорошую точку. Не знаю. Ну такие, что ты против меня? Что тебе надо? Но он не знает, что ты... Хотя, у тебя же мигалка, чё? Не, он знает, что это я не туда нашел. Где ваш гонщик? Ты в колесо попал. О, пятый. Ну, чтобы он был слух, да? Четвербольник, да? Да. О, починился. Оу, чё? А, гонщик тебя такого? Да. Вот он, да. Этот 1044 скрывается. Привет. Центр 10-8. Объект новый. Продолжаю погоню. Тут один со мной. Я один Линкольн 9. Прошу перекрыть дорогу. Внимание, мы перекрываем дорогу перед подозреваемым. Я сейчас вспомнил, у меня один шорт надо вырезать. Я не знаю, как бы, что ты вспомнил. Из хита там в трамплин ты врезаешься, у тебя машину переворачивает. Какая мисс использует? Надо сзади машину быть. Кто-то не знает. Что это происходит? Я не понимаю, ни хрена. Ни хрена не понимаю. Снова видим объект. Идем на них. Где? Я запуталась, все, хватит. Упс. Выбрасываю шипы, хочу замедлить эти 44. Они еще восстанавливаются? Да. Как интересно. Как что? Тут карта? Карта на вот эту. Окей. Что тут? Маршрутик. Че, еще одну выполнить? Нет. А, хотя ты же не можешь, тебе надо в командный пост. Ну, типа, можешь, но не засчитает. Ну, засчитает тебе спидпоинтс, но... Нет. Типа ты можешь пройти, но тебя в другой да, зачитает. Ну да. Не подни... Ну, я не знаю, если поднимают уровень, короче, не важно. Ну ладно. Хватит шипы высылать. Ну если ты нажимаешь. Я знаю. Я тебе это говорю. Мне нравится, что я побожаю. NPC остановится. Да. Сзади него тормози, ну все. О. Отрубил электронику в машине гонщика. Он теряет скорость, попытаюсь арестовать. О. В смысле? О, 10 тысяч, неплохо. А теперь в другую сторону.
Ауч. Куда? Я смотрел с него, потом я сейчас... Ну что ж, вот мы и завершили вторую серию. В следующей серии мы опять же пройдем спид-листы и будем подниматься по уровню потихонечку. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока. Camaro открылся. Неплохо.